Всем большой привет, друзья! Очень рада видеть вас на своем канале. И сегодня с вами идем в магазин Fix Price и будем смотреть новинки. Я желаю вам приятного просмотра. Город Курск, проспект Хрущева, 5А. Сразу заметила новинки. Смотрите, какие контейнеры с ручкой появились. Стоят 199 рублей. Есть крышка и ручка зеленая, а есть вот еще красная. Ну, вот здесь вот уже отломалась, видно. На 5,3 литра. Здесь застежка клипса, то есть... С одной стороны, она вообще не открывается, крышечка эта, но фиксируется вроде бы плотненько. Смотрите, появилась какая корзинка-переноска. Сколько стоит, не вижу, к сожалению. В белом цвете один карман большой и второй разделен на два. Смотрите, какую еще универсальную корзину я обнаружила. Есть петельки, ну вот такие вот прорези для подвешивания. Если что, удобно вот так вот ее взять, снять в руке, держать. Размер 37 на 28 на 17 сантиметров. И они у нас все такого приятного розового цвета. Цена у нас не указана на них, к сожалению. По 149 рублей вот такая вот подставка для карандашей и ручек. В общем, для канцелярских принадлежностей. Есть она вот такого морская волна, наверное, цвет, да? Серый и еще черный. А вот здесь вот немного другой формы. В общем, к школе начинают это все завозить, продавать. Не вижу, сколько стоит, но, возможно, столько же. По цвету смотрю, что вот такие вот кругленькие разные. Здесь у нас рядышком стакан непроливайка. Сразу на два отделения, скажем так. Стоит он 39,50. Бумага для офисной техники. 5 цветов, формат А4, 90 листов. Цена у нас не указана. А еще смотрите, какая появилась бумага для акварели. Формат А3, 20 листов. Обложка такая интересная. Есть, кстати, обложка и другая. Красивая, цветочная. Появились в продаже предметные тетради. Со справочным материалом. Правда, сколько они стоят, затрудняюсь ответить. Или 29,50, или 59 рублей. Предметы, я смотрю, что здесь разные. Новые книги у нас появились. Для деток вот такие вот познавательные. Космос. 149 рублей. А вот здесь вот смотрите, какая. Давайте полистаем. Написано про принцесс. Истории, наверное, сказки. Любимые сказки на ночь. По 199 здесь художественная. Также написано фэнтези. В общем, знаете, моя первая книга. Для деток прям появляются всегда разные энциклопедии. Знакомство с космосом. Очень интересно. Так, и я вижу, что еще появились новые книги. Обычные, я имею в виду художественную литературу. И не только. Давайте я вам их, наверное, покажу поподробнее, потому что вы просите новиночки показывать из этой серии.
продаже появился разветвитель электрический на 3 розетки. Стоит 249 рублей. В нашем отделе для девчонок появились, смотрите, какие милые наборы для маленьких принцесс. Здесь резинки, заколочки, причем они разные и по цвету. Цена, к сожалению, не указана. Вот здесь вот новые заколки для волос по 79 рублей. Тоже, кстати, все симпатичные. Цвет можно выбрать. Что еще по резиночкам? Вы как-то писали, чтобы я их показала. Для малышек по 59. Здесь мы с вами остальное как-то видели новенького. Вот здесь вот, если только новиночки. 4 таких заколочки, 59 рублей. Так, и еще заметила здесь новинку в самом низу. Смотрите, какие красивые зеркала. Зеркало компактное, с милыми кошечками. Цена вот, к сожалению, не указана. Сумка на пояс. Стоит 349 рублей. Конечно, по-моему, дороговато. В разных цветах они. Розовый, коричневый, серый, бежевый. Вот здесь вот тоже новая сумочка. 299 написано, что она стоит. Цвет есть розовый, серый и бежевый. Новые корзины к нам привезли. Смотрятся, кстати, хорошо. Цена не указана. На 4,5 литра они. Без крышки. Цветовые решения, вот они перед вами. И еще не видела у нас вот таких вот контейнеров. Называется он контейнер для холодильника. Вот здесь указано, что на 5,2 литра. И размеры, кому интересно. С одной стороны ручка. И это все из одной серии, поэтому, смотрите, они в одной цветовой палитре. 3 цвета. Еще не видела в продаже у нас вот такие вот этажерки появились, я думаю. Они без колесиков, 3 полочки, но тоже нету ценника, сколько стоит. В Фикспрессе вообще прям беда бедовская. Каждый, наверное, обзор вам это говорю, но нету цен. В продаже к чаю появился зефир в темном шоколаде. Ягодная. Ягодный вкус будет и грушевый десерт. По 199 рублей, 245 грамм. На прикассовой зоне нашла вот такой парфюмированный крем для рук. 100 мл, 99 рублей. Если пользовались, напишите, пожалуйста, как он вам. Смотрите, какие милые салфетки у нас появились. 42 на 36 сантиметров. Ну вот только сколько они стоят. Или 59 рублей, или 99. Причем, смотрите, мордочки разные. Я думаю, что малыш любой заценит. Да и взрослым будет приятно на столе видеть такую красоту и милоту. Смотрите, какую еще красоту нашла. Это салфетка на стол. Размер у нее 45 на 30 сантиметров. И в составе морская трава и нержавеющая сталь. Нержавеющая сталь идет по периметру, то есть она на каркасе. Смотрится, конечно, интересно, но не совсем это будет практично. Крошки будут, наверное, все-таки застревать. Но, знаете, задумка классная. Стоит одна такая салфетка 199 рублей. Ну и на сегодня свой обзор я буду заканчивать. Надеюсь, что он вам понравился. И до новых встреч. Всем пока!